старшее поколение тоже когда-то были студентами и ждали этот замечательный праздник. Это праздник, объединяющий всех молодых людей, не только по возрасту, но и всех тех, кто чувствует себя молодым, несмотря на свой, может быть, уже и преклонный возраст. Поэтому я хочу от души всех поздравить, пожелать удачи и сказать, что будьте всегда молоды душой. С праздником вас! В этот день студенты и профессора всегда гуляют вместе. И это очень хорошая традиция. Давайте ее сохранять и приумножать. Будьте вместе со своими учителями. Учителя вас учат только хорошему, а вы должны у них учиться только хорошему. С праздником еще раз. Что мир не изменит столетия, и праздник продлится всегда. Ответы были посвящены будущему нашего университета. Огромное желание сделать наш с вами общий дом. Министра по делам молодежи и спорта Республики Татарстан Гарифуллина Рустама Маратовича. Друзья, сегодня наш профессиональный праздник, что-то мы очень скромно хлопаем. Давайте поаплодируем себе. Сегодня наш праздник.